красота, хоть и много зимней сказки. Шоссе в Калифорнии. Немножко жутковатое место. Здесь вот такой обрыв. Река. Ил Ривер. И вот такая вот дорога. Здесь все осыпалось. Жутковато. Ограждение сломано, обрыв. Да, очень красиво. Прошел немножко дальше, здесь еще больше все заросло, упавшее дерево.
потрескавшийся асфальт, сквозь который уже проросли деревья. Такое запустение. Птички поют. От вчерашней снежной бури не осталось и следа. Так. Ограждение все поросло мхом. Настоящая тайга. Люди, есть ли вы на земле? Куда все делись? Дорога. Ну, в общем, не мог не поделиться. Все. Так как я оставил прицеп в славном городе Юрика, у меня появилась возможность проехать по Калифорнийскому шоссе номер 1, который идет вдоль океана. Вот у нас океан сегодня вот такой. Красивых видов из самого красивого шоссе в Америке. Знаменитое Калифорнийское шоссе номер 1. Самое крайнее шоссе на западе, на западном побережье. Апрельский день, зима закончилась вчера вечером, и у нас вновь наступила весна.
нормально идущий грузовик впереди. Теперь надо тащиться за ним. Большая пустыня. Река называется 10-мильная река. Место, куда она впадает, называется 10-мильный пляж. Выезжаем в знаменитый город Форт-Браг, столица мира. Все хотят жить в городе Форт-Браг. Здесь хорошо. Встречает красным светом светофора. Ресторан Денис. Вот эти небольшие домики, это все гостиницы. Называется Bed and Breakfast. То есть в каждом доме маленькая частная гостиница. Кост Брюринг, пивной завод. Здесь делают знаменитое пиво Распутин. И напротив пивной ресторан. Следующий светофор, конечно же, красный. Железная дорога, железнодорожный вокзал. Самые знаменитые в мире городские часы. Цена на бензин самый дешевый 4,95, плюс стоит 5,15 и премиум 5,26.
Великий мост через реку Ноя. Поворот на знаменитое Калифорнийское шоссе номер 20, которое начинается вот на этом перекрестке. И заканчивается оно на Интерстейт 80, рядом с границей со штатом Невада. Вот это уже 20-ка пошла. Прямо упирается в воду. Когда-то здесь был автомобильный мост на другой берег, но потом мост перенесли, чтобы не мешать судоходству. Опа! Стоит еще один синий грузовик. Точно, такой знакомый. Сейчас мы поставим рядышком. Может быть, не рядышком. Я здесь. Места много. Все. Трудовая неделя закончена. Впереди выходные дни. Короче, осталось только позвонить жене и обрадовать ее тем, что я приехал. Пока.